Итак, ребята, урок закончен. На следующем уроке буду спрашивать правила у доски. Готовьтесь. Ура, перемена, наконец-то. Ой, можно подкрепиться. Ого, Джонни, а тебе обед не великоват? Чего себе у тебя гамбургер? Нет, трамблмейкер, в самый раз. Это не просто гамбургер, а желейный, огромный, зефирный, вкусный гамбургер. Джонни, Джонни, мне кажется, ты лопнешь. Угости меня. Пранк-то не, вдруг ты тоже лопнешь. Лучше я один съем. Ням-ням. Огромный зефирный мармеладный гамбургер. Сейчас съем и все правила расскажу на пятерку. Джонни, может поделишься? Мне тоже кажется, что тебе много. Девочки, вы хитрые. Сами в школу носите перекус. Вот набросились, я сам все съем. А если хотите, завтра я вам принесу по такому большому мармеладному гамбургеру. Мне мама такие делает. Очень вкусные. Ух ты, Джонни, принеси завтра мне такой. Ой, и мне. Я мармеладного гамбургера еще не кушала. И мне, Джонни, я тоже хочу. Девочки, договорились. А этот я уж как-нибудь сам съем. Звонок. Итак, все отдохнули. Джонни, что такое, ты опять ешь? Убирай немедленно еду, урок начался. Так, я подумала, проведем небольшой диктантик. Джонни, иди к доске. Будешь записывать, а потом разберем твои ошибки. Нужно убрать оставшийся гамбургер. Уронил. Я бы съел его на следующей перемене. Эх, придется идти к доске. Без гамбургера. Оп! Ой! Ой-ой-ой! Джонни, ты где? Не задерживай. Давай, выходи быстрее к доске. Нужно написать диктант. А еще полурок, а потом самостоятельная работа будет. Давай быстрее. Ой! Лолита Альбертовна, вы знаете, я не могу. Кажется, я прилип к своей зефирке. И теперь, если только прыгать до доски. Как это прилип? Джонни, Джонни, постоянно во что-нибудь влипаешь. А сейчас и на самом деле влип. Такой огромный перекус. Конечно бы ты его не съел. Вот и влип. Давай, я попробую тебя вытащить. Давай, давай, давай. О, фу. Зефирная ловушка какая-то. Для твоего чудесного спасения, я думаю, ты готов идти к доске и писать диктант. Да, Лолита Альбертовна. Джонни, Джонни, нет, я передумала, мне такого гамбургера не надо, а то тоже влипну куда-нибудь. Хорошо, пранк-то, да и я подумал, принесу потом поменьше. А то я сегодня влип в гамбургер, в зефирку и в диктант. Джонни, итак, пишем, наступило зимнее утро. Ну что, ребята, вот такая история сегодня произошла. Джонни, Джонни, влип. Свой же гамбургер. Эх, пойду писать диктант. Пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дреналка Игрушки и смотрите новое видео. Вы, кстати, не знаете, как пишется «Наступило зимнее утро»? Как-как? А, сейчас напишу.